Меня зовут Ирина Фролова Берксе. Я родилась на Украине, и поэтому сегодня я здесь на пикете как человек, который хочет сказать от чистого сердца Украине. Украина, не ходи в Содом. Европа на сегодняшний день представляет собой нечто страшное, то, о чем не подозревает Украина. Я родилась на Украине, в городе Нововолынске. Это западная Украина, мне 47 лет. И так сложилась жизнь, что я выросла в России, училась здесь, и меня потянуло за лучшей жизнью в Европу. В России я жила, у меня был сыночек, и я спокойно могла воспитывать своего ребенка, никто на это как бы не мешал, у нас это нормально. А когда я переехала в Европу, там вышла замуж, потом развелась, то Европа поставила условие, что раз ты ходишь в мой супермаркет, ты должна, а ты платишь всего лишь за воду, за хлеб, за, я не знаю, за что там мы платим, то, а за какие-то, то, что ты пользуешься евроблагами, ты не платишь. Оказывается, существует на сегодняшний день детский оброк. То есть я должна была Европе заплатить своими детьми. И у меня отобрали двоих мальчиков. Один из них, в них течет украинская кровь, раз я родилась на Украине. Пришли полицейские, пришли какая-то служба опеки или, по виду просто гестапо. И забрали детей. Для чего? Я пожаловалась, мальчик 4-летний рассказал мне, что дяди и тети из этой Европы проводили с ним действия сексуального характера. Я пошла в полицию, как нормальный российский человек и как любая украинка пошла, вы понимаете? А у меня забрали детей, потому что я была нетолерантна к тому, что детей 4 года могут держать в педобарделях, могут продавать в интернете, детей могут продавать в зооборделях. Сейчас в Европе совершенный полностью Содом. Вы не представляете, то есть мало рассказывают об этом в средствах массовой информации, но те ужасы, о которых мы пережили, вот родители, это невозможно рассказывать без слез. Я сейчас сдерживаюсь. Значит, с чем я столкнулась? Что в детских садах сейчас не преподают книжки типа «Золушка», не читают уже на горшках. На горшках читают гей-литературу. Дети должны с детства знать с нуля, понимаете, с рождения, что бывает 2 папы, 3 папы, 10 пап. Мама и папа в Европе запрещены, эти слова. Они под запретом. Только родитель номер 1, родитель номер 15, родитель номер 25. Дети, которых у меня отобрали, их передали в приемную семью, так называемую наемную семью, европейскую. Им платят 1 миллион рублей в месяц. Очередь стоит за моими детьми, вы представляете? А если ребенок инвалид, то ему платят 18 тысяч долларов в месяц. Я не знаю, сколько это в рублях, но во всяком случае выгоднее ребенка сделать инвалидом моего, потому что за ним нужно больше ухода вот этой наемной семье. То есть фактически я столкнулась с тем, что в Европе на сегодняшний день существует детоторговля. И дети — это рабы, в том числе и сексуальные. Что касается этих страшных зооборделей, в которых ребенок мне рассказал, что в этих оргиях участвуют тети, дяди, кошки и собаки. В жизни бы не поверила, если бы не прочла в журналах «Как Шпигель». Сейчас в Германии на радио «Антенна» был репортаж, что в одном из маленьких городков немецких 10 зооборделей, где животные приучены к интиму с людьми и с детьми. Многими этими годами приучены. Поверить в это Россия и Украина сегодня не может, потому что это за пределами нормальной семьи. Европа на сегодняшний день официально ставит задачу уничтожить мужчин и женщин. Норвегия, куда я поехала, называет себя свободной от мужчин и женщин страной. Страна гендеров. Мужчин оф и женщин оф. То есть это некие другие вот эти типы семей, да, какие-то эти люди. Понимаете, они провозглашают это официально. Мало того, что я хотела сказать Украине. Дорогая Украина, если ты пойдешь в Европу, то что ждет тебя? Ты лишишься своих детей. Не только земли своей лишишься, но и родных своих кровиночек, детей. А самое главное, что Европа на сегодняшний день – это педообщество. И в Швеции и в других странах на сегодняшний день приказано всем мужчинам, да, я не знаю, как это назвать, педорастироваться, или какое слово подобрать легальное, то есть геизироваться. Официально все мужчины Украины должны будут, извините, справлять свою нужду малую, сидя, потому что геи так делают. Вы представляете, кто заставит мужчин Украины это делать? Мало того, давайте посмотрим на то, кто стоит за этой Европой, кто диктует это все. Естественно, Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день ввели поголовное обрезание. Ребенку на второй день после родов делают обрезание, неважно, кто он, украинец или русский. Все мужчины необрезанные не могут получить работу, вы представляете? То есть если Украина сегодня шагнет в этот евросодом, это не преувеличение, то неужели все мужики Украины согласятся на то, чтобы их обрезали, извините, и на то, чтобы они там, извините, справляли свою нужду вместе с геями там где-то, не по-человечески, скажем так. То есть я хотела сказать, что
дорогая, рідна Україна, я родилась на твоей земле, и в моих детях течет тоже украинская кровь. И я потеряла своих детей, у меня отобрали самое дорогое. Кровиночку мою отобрали в 4 годика, ребеночку, над которым издевались и продавали его по хуторам этой Европы. Его забрали без права переписки. Уже 2 года я не могу слышать его голос, не могу посылать открытки, письма, и не могу вообще найти его и не знать, где он жив. Сотни женщин не могут найти могилку своих детей, потому что эти люди, которым отдают наших детей, они, как сказать, они просто, у них вседозволенность, они могут над ними издеваться, они могут их продавать, перепродавать в другие семьи, и дальше все. Неужели, Украина, ты сегодня пойдешь туда, в этот Евроад? Я здесь не для того, чтобы уговаривать, я здесь, чтобы свидетельствовать. Посмотрите на меня. Неужели вы хотите родить детей и потом остаться, стоять в очереди на свидание и на звонок? Я хожу к норвежскому посольству просить и узнавать, а жив ли мой сын? Ему уже 6 лет, 2 года невесточки, и нет войны. Неужели, Украина, ты сейчас пойдешь в этот Евросодом, чтобы вот так вот отдать им на растерзание и поругание своих детей? Последнее мое слово. Я прошу женщин и мужчин Украины не сделать этот шаг, потому что сегодня Украина независимая. Сегодня Украина может воспитывать своих детей в нормальной традиционной семье, на нормальных традиционных ценностях, на нашей нравственности, на 10 заповедях. Там это все не действует, все обнулилось. Это уже другой мир. Другой мир, где правит разврат, вседозволенность, вот это всеобщее гейство. В Европе узаконено 30 видов семей. В этих 30 видов семей мужчина и женщина не входят. И брак между мужчиной и женщиной не входит. Вы представляете? То есть вот эти семьи могут усыновлять ваших детей, а у вас будут отбирать за все. За то, что вы сказали, что вам не нравится, там, я не знаю, детский сад Германии, или не нравится еще что-нибудь, или вы просто готовите салат по-украински, или варите украинский борщ. За это могут отобрать детей в Украине. Я считаю, что если мы, вот я создала такую организацию «Русские матери», я предлагаю Украине создать «Украинские матери», и мы расскажем всю правду об этой Европе, расскажем и украинскому народу, и русскому народу, за то, что с нами там делают и как над нами там издеваются. Меня зовут Ирина Бергсет, это норвежская фамилия, потому что сыночка моего, которого у меня отобрали, сейчас он там под фамилией Бергсет, и я держу эту фамилию как ниточку, чтобы найти его когда-нибудь в жизни. А так я Ирина Фролова, родилась на Волыне.